Ladies and gentlemen, we are set for the next fight of the night. Scheduled for 3 5-minute rounds in the flyweight division. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He is a Brazilian jiu-jitsu practitioner. He stands 165 centimeters tall. His official weight, an even 57 kilos. His pro record stands at 10 victories opposite a single defeat. Fighting out of Coari, Amazonas, Brazil. Here is Josie Sobrinho Silva. And across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He is an MMA practitioner. He stands 167 centimeters tall. His official weight, an even 57 kilos. His pro record stands at 13 victories opposite 4 defeats. Fighting out of Grozny, Russia. Here is Magomed Ginazov. And our referee in charge of the action, Herb D. Ну и какой турнир в мире, какая лига в мире вообще может обойтись без российско-бразильского противостояния? Ну, конечно, все-таки есть три супердержавы в мире смешных единоборств. Это, безусловно, Россия, Бразилия и Соединенные Штаты. Если в вашем карте нет кого-то из представителей этих стран, то значит, что-то с вами не так. Вот, и учитесь, берите уроки. Соответственно, здесь есть... 12 o'clock to make weight, came straight down and was there at 9 o'clock, 5 past 9, second or third on the scales. Did it professionally. He looked at rehydrating really well, really has filled out, very gaunt in his face. Obviously the energy was drained from him at that point. Хорошо собраны руки, Сильва в предыдущем эпизоде здорово пробил по печени с левой руки, уже и двойку нанес, и продолжает давить. Магомед Гиназов пока что работает вторым номером, сейчас пытался подхватить ногу, но не удержал. И попал. Попал Сильва сейчас здорово, опять через туловище перевел на голову, очень классно. Очень плотно кладет свои удары, достаточно быстрые руки у бразильца и жесткие. Обратите внимание, в тайской такой манере он вполне себе не стесняется бить в руки. Да? То есть удар ногой, прямой удар ногой в корпус. Не все считают это действие в атаке. Попадает Сильва еще раз, поднимается быстро Геназов. Хороший, но... Просто объясню, фронт-кик многие используют принципиально как защитную технику, когда спортсмен идет на тебя. А здесь бразильцы именно пытаются атаковать с помощью этого действия. Таких бойцов, я знаю, не очень много. Лидерами из них является Конор Макгрегор, который это делает именно как атакующее действие. И если брать в принципе бразильскую школу и российскую, то отличаться она должна тем, что россияне, как правило, лучше владеют приемами борьбы, а не трейдаун. Укладывается в каждый удар Сильва и опять отправил в нокдаун Магомеда Геназова. Очень правильную вещь сделал сейчас российский спортсмен, что сократил дистанцию, перевел бразильца на канвас. В стойке вообще не получалось. Я вот единственное, что не уверен, что был там нокдаун. Все-таки вряд ли он потряс. Скорее просто уж очень неудобный этот бразилец своей ударной техники для нашего спортсмена. И мы видим, что логично достаточно прошла попытка перевода. И сейчас, конечно, нужно забирать максимум из этой позиции. Instinct kicked in when Guinness was in trouble. Level change, got it down, and just a bit of time to recover now. Shake those cobwebs off. Вот в чем, обратите внимание. Он делает схожую технику, которую я сейчас, в первую очередь, знаю по Ян Тони Фергюсон. Он работает локтями снизу. Да, это может повлечь рассечение, даже удар. И причем мы видели такие эпизоды не раз. Да, локтем снизу рассекали очень серьезно. И попадает левый боковой на выходе из клинча Магомед Геназов. Да, Сильва, конечно, хороший удар на технике. И видно, что у него именно тайская база. Тайская, в смысле тайского бокса. Вы имеете в виду тайский движок, да? Как он перемещается по... Нет, я имею в виду именно работу коленями. Очень жесткая такая в классическом тайском клинче работа коленями. Другие школы...
ударной техники по-другому используют колени. Да, движок-то у него не тайский совсем, по вполне понятным причинам. И сейчас мы видим, что Магомед Гинназов оказывается сверху. Посмотрим, что он здесь надо сбросить ноги, попытаться. Нет. Уходит опять в гард. Обратите внимание на столь высокий уровень подготовки спортсменов в сравнении с предыдущими. Да? Все-таки это уже профессионалы и владеющие широким арсеналом приемов в каждой позиции. Обменялись ударами сейчас, и сверху, и снизу. Все-таки либо не ставит своей целью преодолевать гард российский спортсмен, либо просто у него действительно пока не получается. Обратите внимание, головой он лучше контролирует. Интересное действие техническое. Да, подхватил ногу, и соперник был не в состоянии защищаться, вроде бы, да, никуда уходить, но при всем при этом Сильва очень хорошо отработал в защите. Тем не менее, Магомед Гинназов все равно перевел и также работает сверху. Если вспомнить самые первые турниры, на которых россияне встречались с бразильцами, это чемпионат Евразии, чемпионат мира, первый проведенный по боевому самбо и боям без правил, это так называлось. Соответственно, тогда было очень четко показано, что в традиционной борьбе нашего существенно сильнее, а вот в партере и по пониманию работы партера, тогда бразильцы однозначно были лучше. Сейчас мы видим, что достаточно уже выученные представители нашей школы, чтобы противостоять действиям вроде треугольника и рычагалов снизу, классических для бразильской школы. Первый раунд, между тем, позади. Очень интересным он получился, таким насыщенным. И в ударной технике Жозель Сильва во многих аспектах превосходил нашего спортсмена Магомеда Гинназова. Но Магомед очень грамотно и четко сокращал дистанцию. Вот здесь мы видим чисто тайский клинч, чисто тайская работа. Захват за шею и удары коленями. Ну и вот здесь, опять же, очень правильные действия от Магомеда. Сократил дистанцию, перевел и там уже контролировал. Но при всем при этом Сильва не отлеживался, как вы уже правильно сказали, отрабатывал локтями. И опять же, у этих действий абсолютно, они эти действия абсолютно оправданы, потому что действительно можно рассечь удару локтем, не нужна большая амплитуда для того, чтобы стать действительно опасным и острым. Итак, второй раунд. Бразильцы всегда славились тем, что умеют рубиться. Мы все знаем классический образ Профабеллы. И мы также знаем, что не просто образ, а вполне себе жесткие реалии жизни многих бразильцев. Вот, поэтому что-что, а бразильцы всегда умели и любили. Про то, что это умеем делать, мы, наверное, знает весь мир. И знает не понаслышке. Да, некоторые даже на собственном опыте. Да, Магомед Гинназов неплохо в стойке отработал в предыдущих моментах. Достаточно опасно пробивал и коленом, и ногой. Ну и понятно, что Жозель Сильва продолжает давить, продолжает идти первым номером. Хороший лоу-кик. Обратите внимание, что Сильва очень хорошо дышит. То есть такое ощущение, что на нем первый раунд не сказался два вообще. Да, ну и так достаточно, даже в стойки достаточно неэнергозатратно действует Жозель Сильва, то есть он вкладывается в удар, но он не их выпускает слишком много. Раз-два, защита. Да, тут это очень легко объяснить двумя вещами. Первое, он сейчас преследует, да. И вновь Магомед пытается перевести поединок в борьбу, у него это получается. Преследовал, и здесь выкидывать много ударов нет смысла, потому что, скорее всего, большинство пролетит мимо. Второе, это, в принципе, в смешанных единоборствах довольно редко можно встретить многосерийность в силу того, что перчатки и другие не ошибаются. Конечно. В боксе есть защиты перчатками, сужается серийность. Лучко немножко о другом говорит. Хороший удар коленом, обменялись.
Идет вперед Джусиэль Сильва. Здесь в ногах немножко заблудился Геннадзов. Оставаться у стены, конечно, не стоит. Бразилец вполне себе этого ждет. И опять попытался силовой удар по туловищу нанести представитель Бразилии. Очень жесткий удар. Выпутывается, поменял стойку, кстати. И опять, смотрите, левая рука у него страшная, конечно. Ну и правая тоже не слабая, но левый по печени сажает очень мощно. Да, причем, обратите внимание, на одном из ближайшихся действий он вполне себе поменял стойку и ударил левой как дальний. Да. Но вот как легко пропускает эти проходы Жосель Сильва, причем Магомед Геннадзов особенно не шифрует свои намерения. Понимаете, я вот как не напрягал, не морщу лоб, не смог вспомнить ни одного бразильца олимпийского чемпиона по вольной борьбе. Ну, есть какое-то, наверное, это объяснение. Ну, нетрадиционная для Бразилии эта игра. Позиционное доминирование. То, что сейчас на английском языке называется тейкдаун. Пытается придумать треугольник Жосель Сильва. Разгадал, естественно, прочитал его намерение Магомед Геннадзов. Захват очень быстро сорвал его. Здесь еще одна попытка. Попытка крутнуться. Да, все здорово. И снова гард. Снова работал локтями в исполнении бразильца. 2 минуты до завершения второго раунда. Ну, конечно, немножко подержать и просто поработать. Вот это, кстати, очень утомляет, когда соперник защищается так, как защищается сейчас Сильва. Он отодвигает от себя гарди голову. Это очень сильно отбирает силы, не дает возможности утвердиться в доминирующей позиции и должным образом наносить удары. Но тем временем все-таки Магомеду Геннадзову удалось нанести пару ударов, когда он находился на ногах. Но при всем при этом Сильва не среагировал на подобные вещи, продолжает хорошо защищаться, очень грамотно вяжет соперника, контролирует его ногами. Конечно, шикарным решением против бразильца было бы сейчас попробовать привести болевую на ногу. Но все-таки болевые на ноги — это очень специализированная такая тема, и немногие из них используют. Так, все для этого в данной позиции есть. Соперник очень сильно пытается тебя от себя оттолкнуть, помочь ему и уйти назад, но вместе с его ногой, это, конечно, великолепно сработал левой рукой Магомед Геннадзов. 2 плотных и точных удара зашло в цель, но при всем при этом мы видим, что делал Жосель Сильва. Сильва локтем отрабатывал очень хорошо трапецию. Кстати, да, очень хорошо ключик сейчас держит на шее, использовать бы. Есть, зашел за спину, зафиксироваться бы. Аккуратненько подвесить коленочку. Пока не получается, бьет коленом в бедро, но тоже вариант. Ну, должно сейчас, конечно, подрезать, перевести и просто даже подержать сверху. Очень здорово. Промахивается Жосель Сильва, хотя амплитудно достаточно било здорово, снова. Есть несколько ударов, попадание. И еще один раунд позади. Время летит просто неумолимо быстро. Настолько интересен бой, настолько он конкурентен. Вот опять же мы видим, да, противостояние стилей. Как Жосель Сильва работает в стойке, и в борьбе ему противостоит Магомед Геннадзов. Да, действительно, стоит дружить спортсмены. Любо дорого сейчас за ними смотреть. Еще раз мы видим лучшие мгновения ушедшего раунда. Вот опять хороший удар локтем, кстати, получился у Сильвы. По счастью, для Магомеда Геннадзова никаких рассечений не было. И очень хорошо держит Жосель Сильва, потому что несколько достаточно плотных амплитудных ударов зашло у Магомеда. Но при всем при этом бразилец даже ухом не повел. Я уж не говорю о том, чтобы куда-то поплыть. Но мы с вами уже обсуждали его уши. Я думаю, что ему шевелить ушами сейчас уже не очень легко. Где-то перелома после 5-го они начинают чуть хуже функционировать. Например, хуже начинает работать собирательная функция звука. Вот, потому что ушная раковина перестраивается.
Хороший удар по туловищу в исполнении Сильвы. Да. Причем, обратите внимание, попал-то в локоть, но удар в пах. Ой, как сегодня это все часто. Да, да, да. Вот только что закончился другой известный поединок, кстати, не будем его обсуждать. И закончился он именно на этой ноте. Печальной весьма ноте, да. Еще раз Сергею Харитонову желаем скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Разумеется, повторного боя с Мэттом Метрионом, дабы расставить все точки над «ё». Да. Ну что ж, разворот здесь... готовит, кстати, Сильва. Так вот он ногу поставил. Мне кстати, показалось, что... не гарантированно. Я вас понимаю, как человека, база которого является тэквондо. Я, насколько помню, его чемпион Москвы по тэквондо. И я вас понимаю, что это эффективно с точки зрения нанесения удара с разворота. Мы видели, что бразильцы умеют их делать. Да, он уже несколько раз пытался применить это техническое действие. Но при этом очевидно, что оно у него не основное. Поэтому, возможно, он так просто ставит ногу для других целей. Да, хороший перевод в исполнении Магомеда. И, кстати, опять очень вовремя. Ой, как интересно, смотрите. Да, трапецию бьет, да. Это кажется ерундой, на самом деле очень серьезно сказывается на поединке. И уже не первый раз. Отбивает плечи. Обучен. Стер. Хорош. Да, ничего не скажешь. Ничего не скажешь, не добавить, не убавить. Но при этом продолжаем следить за тем, как Магомед Гиназов пытается обойти защиту. Пытается обойти гард, пока не очень получается. Но самое главное, будет контроль наверняка, будут удары. А вот Жоселю Сильве необходимо менять это положение, необходимо вставать. Вот как здорово. Сработал бразилец, и поединок продолжается в стойке. Но надо поскорее сокращать опять дистанцию. Магомеду в стойке не нужно давать разгуляться Сильве. А ведь с течением поединка сил будет оставаться все меньше, и все тяжелее будет переводить и контролировать. Ну, мы, кстати, видим, что россиянин тоже хорошо подготовлен в плане дыхания. Себя хорошо. То есть это не является проблемой ни для одного из спортсменов. Но вот здесь могу поспорить. Мне кажется, что Магомед Гиназов не то чтобы задышал, да, но вот... Да нет, видите, ему хватает сил для проведения приемов. Вопрос просто в том, что в чистом боксе, вот, видимо, бразильцам. Я думаю, что он вообще был мало кому удобен, потому что реально хорош парень. Какой-то такой, да, неудобный бразилец. Ну и более того, сейчас Жоселю Сильва оказывается сверху, это очень серьезно. Кстати, по-моему, в первый раз. Да, совершенно верно. Посмотрим, как он себя будет вести в этой ситуации. Самое главное, что предложит ему Магомед. Потому что, опять же, третий раунд. Нужно показывать убедительное выступление, убедительное для судей в первую очередь, а в таком положении это сделать будет непросто. Хороший локоть. Продолжает бить Жоселю Сильву. Он также понимает прекрасно, что ему необходимо набирать очки. Удар по туловищу слева. Теперь уже в этом положении. Ну, треугольник вряд ли, конечно. Хотя было бы здорово. Исполнение российского спортсмена. Видите, Магомед прижат к сетке. Нужно ему вставать, да, да, может быть, попробовать встать при помощи сетки. Я извиняюсь за очевидное такое предположение, но это скорее просто пожелание. Конечно. С нашей стороны. Может быть, попробовать отбросить ногами. Или было бы, на самом деле, очень здорово попробовать перейти на ногу с крупица. Пожалуй, это единственное, что удобно делать в этом положении. Но, тем не менее, Жоселю Сильва продолжает оставаться сверху, продолжает контролировать, бить. Он показывает активность, что не дает Хербудину прервать поединок и перевести его обратно в сток. А вот сейчас сам это делает Магомед Гиназов и поднимается. Но в клинче по-прежнему контроль на стороне Жоселя. Удар по туловищу и разворачивает оппонента Магомед. И вновь тайский клинч. Мне кажется, что вряд ли так уж невозможно попробовать забрать шею бразильца. Вот. Может быть, это было бы неплохой альтернативой, потому что бразильец привык к тому, что россиянин идет вниз. И неожиданно атаковать, забрать шею, попробовать ввести какой-то быстрый прием, может быть, было бы неплохо.
Ну что, сейчас об этом рассуждать. Россиянин за спиной. Смотрим, получится ли проведение удушающего приема. 30 секунд. Но мы знаем, что если взять захват, то тут нужны доли секунды для того, чтобы довести дело до логического завершения. Главное вот при этом находиться за спиной. Вот здесь, кстати, интересно. Здесь ручной треугольник, точнее, треугольник руками. Он, в принципе, возможен из этого положения, хотя это очень физически тяжело. Да, тем более силы так осталось немного. Объясню, почему тяжело, потому что там практически не захватывается суна артерия, и все, что отвечает рядом за дыхание. Завершен бой. Спортсмены благодарят друг друга за этот поединок, который получился в высшей степени конкурентным, зрелищным. Да, стоят друг друга спортсмены. Здорово, что они так выказывают друг другу уважение. То есть идут не по американской методике трэш-тока, а вполне себе по традиционной для мира единоборств уважительной схеме. Но с другой стороны, Маршал, мы же все прекрасно знаем, обращаясь к американской культуре трэш-тока, что весь трэш-ток-то он идет до команды начали, а потом уже они могут говорить друг другу все, что угодно, за редким исключением, опять же. Но при всем при этом, когда они избили друг друга в кровищу, и звучит команда «Стоп», они уже лучшие друзья и говорят: это бизнес, мы продавали бой. Ну, не все так понимают. Не все, да, не все, опять же, за редким исключением. И вот к этой теме у меня, пожалуй, уважения нету, как бы все-таки мастера международника и сына мастера международника. У меня традиционный взгляд на все эти вещи, который говорит о том, словами Пьена де Кубертена, про спорт и мир. Все-таки очень важно это уважение проявлять. Очень важно его внутри себя для этого иметь. Ваш оппонент — это тот, кто делает в первую очередь тот, кто делает вас сильнее. Точно так же, как спарринг-партнер на тренировке. Ну, от высоких материй к земным. Интересно, что сейчас скажут судьи. И интересно, какое это будет решение. Единогласное, раздельное решение большинства. Ну и, собственно, вот уже сейчас. Смотрим, дорогие друзья. Ladies and gentlemen, after completing the scheduled three rounds, our judges at Cage Side have declared your winner by majority decision. Опять большинством голосов судей. Жусиэль Сильва побеждает. Большинством голосов судей. Ну что ж. Ну, хороший, сильный боец. Да. Нет вопросов. Поединок был конкурентный, поединок был замечательный. Комментатору, который, скорее всего, вы Роман, вот, и отлично владеющему английским языком, мы